Путин согласился, значит, отправить педофилов из чиновников под суд присяжных. Представляете, какая прелесть. То есть политических военполевые суды судят, которые называются окружные военные суды. На самом деле это военно-полевые суды, которые запрещены. Конституции запрещены. Они их называют окружные военные суды. Но от изменений названия ничего не меняется. Так вот, педофилов и чиновников будут судить присяжные, а политических будут военно-полевые суды судить, продолжать. И вот оценил Путин отношения с Германией за убийца, из-за убийства чеченца, вот этого гражданина Грузии, который и заявил, что они не испортятся. Ну, это такая мантра, заклинание такое, которое Путин хочет проговаривать, что чтобы ничего не изменилось, да? И рассказывает, что убитый в Берлине Зелимхан Хангашвили был кровавым и жестоким боевиком, одним из организаторов терактов в московском метро и так далее. Путин суд, он уже осудил этого человека. Обратите внимание. То есть по Конституции человек преступника может назвать только суд. Путин уже рассказал все про него, что он и метро взрывал, и кровавый, и какой угодно, и террорист, и все на свете, да? Вот такие вот дела. Ну, то есть, таким образом он косвенно подтверждает, что имеет к этому касательство. Это для ваты, конечно, заявлено, чтобы они говорили, так и надо, молодцы, что это не просер полный путинской разведки очередной. И каждый раз путинская разведка будет просирать. Каждый раз. Почему? Потому что, ну, это кто-то черт над ним смеется, да, уже себя мнит великим шпионом, великим разведчиком. И тут, видите, такая постоянно шняга, да, провал за провалом. Путин призвал Совет по правам человека, это вот новый образец этого совета, обратить внимание на защиту прав в сфере спорта. То есть вот эта вот шобла должна побежать теперь защищать права спортсменов. И как же они будут защищать? Мочу свою сдавать пойдут вместо спортсменов. Придурки, а! Вот гвардейцам, этим Росгвардии так называемой, обновят клятву. То есть, представьте, они давали присягу, потом ее обновили, потом они снова давали. Сколько же раз можно давать? Я рекомендую вот этим гвардейцам, я не знаю, какая у них присяга, но рекомендую всегда вставлять как Путин. Как Путин. Ну, то есть, там... Я там росгвардеец Золотовский, там погружаюсь в это там, ну понятно, путинское войско, да, там торжественно клянусь, да, и там дальше идет перечисление, там, быть честным, например, да, там есть, не знаю, нет, как Путин надо говорить, там, быть умелым, как Путин, защищать народ и интересы граждан. Как Путин. Защищать Конституцию. Как Путин. Служить Родине. Как Путин. Ну и прочее, прочее. Если потом это что-то натворит гвардеец, ну скажет, ты там присягу принимал. Он скажет, ну я же принимал как Путин, да, там не воровать как Путин, да, там служить как Путин и прочее, прочее, прочее.